Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Mass Effect, легендарное издание. Mass Effect 1. Так, что у нас по плану-то? Куда идем здесь? Охрана. Пункт назначения. Пункт назначения, серия 58. Помните же фильм такой? Пункт назначения. Что-то я набрал уже кучу всего. Блин, опять забыл очки распределить. Подожди. Подожди. 20 очков, ни хрена себе. Еще мне там дешифровку надо качнуть. Саботаж, блин. Разведчик что мне дает? О, снижает скорость перегрева выстрела. Полный, давай. Так, обучение спектров. Увеличит урон лиц всех умений, навыков. Уже неплохо. Еще физподготовка. Блин, вот что надо качать еще. Я вообще ее не вкачивал. Давай прям вот так вот. Качаем на полную. Все, вот так. А, 3 очка еще осталось. Так, дешифровка, разведчик, обаяние полностью, устрашение полностью, обучение спектров. Давай еще сюда. Снайперские винтовки. Качнем вот так вот все. Так, ты. Автораспределение. Окей. Давай. Так, Теразора, блин. Все нормально, да? Ну да. Все. Погнали. Может, теперь побыстрее почему бегать? Почему турели смотрят не в ту сторону? Им так же важно никого не выпускать наружу, как не впускать никого внутрь. А чуть это они смотрят не в ту сторону? Опа! Опуха. Кто здесь? Вроде никого. Так, а куда нам идти? Найдем. Что тут, кофе? Кофемашина? Ай! Блин, пропустил. Пропустил удар. О, сколько я уже понабрал всякой херни. Не знаю, когда буду с этим разгребаться, если честно. Ты зачем встал на этот прибор? Так, ну нам явно в ту сторону. На лифт. Типа в столовую поедем, покушаем. Ну, тоже дело хорошее, между перестрелками покушать надо. Почему бы и нет? На голодный желудок оно хреново. Почему здесь замерзшее все? Опа! Да нет, все правильно ты брал. Кто там? Выходи! Да блин! Ты там тихо! Блин! Прикалы, как они летают, капец! Как чушки какие-то! Как куклы тряпичные! Опа-опа! Вот иди с линии огня! Теразора, как тебя там? Неважно, в общем, Зора и все. Зора. Отстань от этой лестницы. Да почему вы стреляете, блин, в это самое, в стену? Неужели трудно, блин, подойти? Готов? Опа. Сейчас бугай какой-нибудь выйдет. Не иначе. Что это было? Животные? Животные? Тут все в плохом состоянии. А, вот это да, вот это животное. Ну, какое противное. Какое противное животное-то. Ой-ой-ой! Ты че, блин? Че ты делаешь?
Какие-то зеленые чубики, блин. Давай, давай, давай его, Лиара. Так, они не готовы. Они ядовитые, сволочь. Обездвижьте его. Так почему ты перегреваешься, как... Не знаю кто. Ксенобиология не моя область. Может, кто-то в лаборатории знает? Может быть, найти бы кого... Найти бы кого-нибудь живым только в этой лаборатории. А то с такими букашками я уже сомневаюсь, что кто-то жив. Так, а куда? А, черт! Приготовьтесь! Еще одна харкалка идет. Как здесь Старозору свалили, блин. Он меня отравил, тварь. Вставай! Да я тоже подумал, что тебе конец. Валяешься, как не знаю, блин. На пляжу. Иди, успею, не успею. А вот теперь успею. Личный журнал администратора Тартаковский. Это последний раз. Больше этот транспортный несущий крейсер использовать не буду. Три партии груза потеряны в системе Македонии в течение одного месяца. Они либо слишком тупые, либо слишком долго соображают. Если бы перевозками по-прежнему занимался Грегор, он бы доставил все, что мне нужно, и никакие наемники не посмели бы встать у него на пути. Наемники? Что за наемники еще? Лиара, ты, может быть, к нам подойдешь? Какого черта ты там стоишь, блин, я не пойму тебя. Алый стоит там, блин, прохлаждается. Да. Чуть не пропустил. Буквально на последней стадии чуть не пропустил. Так тут интересно. Дальше идем. Нам туда прямо. Опа. Опа, опа. Слышали истошные вопли? Это опять эти чубрики идут. 100%. Или нет? Или это двери так открываются? Обнаружен противник. Так как говорю же! Почему она все время падает? Сюда идем? Ты где? Кого нет, капитан, блин. Понятно, что нет, он уже там на тебе посидел. Падает и падает, падает и падает. Что ты будешь с ней делать? Неужели все в сборе, блин? Одна там где-то вообще стоит, другая падает сразу. Она, наверное, не получится. Она от испуга, наверное, падает в обморок. Такая, а, опять этот. И все. Опа. Шлепки майонезные бегут. А, стреляй, стреляй в него. У меня оружбайка перегрелась. Отлично. Резервная энергия. Ошибка запуска. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Требуется ручная загрузка. Зашибись, блин. А где? А, вон вижу. Рубильник. А нет, это не рубильник. Электронные замки отключены. Обратись к виртуальному интеллекту станции. А где его найти? Интеллект. Интеллект, ты здесь? Мне надо к тебе обратиться. А, вот он ты, здорово. Ой, куда это я? Я хотел с интеллектом поговорить. Куда вы меня тащите? Так, ну... Это что? Похоже, что ВИ выведен из строя. Вы можете попытаться вручную сконфигурировать модули данных, либо использовать Unigel, чтобы отремонтировать поврежденные системы. Давай вручную. Ядро 1 повреждено. Для реактивации переведите модули на ядро 2. А, на ядра 2 и 3. Для выхода чё? Нажмите кнопку. А как это делать? Выберите модуль, который хотите переместить. Ай, чёрт, блин.
Так, нажмите кнопку отключения. Для выхода нажмите кнопку отключения ядра. Да чтоб тебя! Как это работает, не могу понять. Да ёкарный бабай, я не могу понять, как это работает, честное слово. Жесть какая-то, блин. Не, вообще непонятно, блин. Это капец просто, блин. Жесть, я не могу сообразить. Тут всего две кнопки, блин. В 3. А, W, D, блин. Ну давай нижнюю-то. Выходит, блин. Чё, блин, потратить 100 унигеля и не париться, блин. Сейчас буду долго тут сидеть, блин. Ерунёй заниматься. Ну почему ты дальше-то не идешь? И нахрен, короче, блин. Подтверждаю, блядь. Да ну ее нахрен, серьезно. Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Ты виртуальный интеллект, управляющий станцией. Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард. Я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Да куда еще-то, блин? Вниманию пользователей. В настоящее время система монорельса не действует. Какова здесь ситуация? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой.
Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу прощения. В тот момент я была отключена. Отключение происходит в случае, если вероятен прорыв реактора или в лаборатории произошло аварийное загрязнение. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты погибнут из-за падения температуры. Механические объекты также могут быть повреждены. Отключаем отопление и ждем, пока то, что мы выпустили, замерзнет. Мило. Как восстановить подачу энергии? Необходимо открыть клапаны системы подачи гелия-3. Это можно сделать с помощью элементов управления самого реактора. Что за наземные линии и почему они были отключены? Наземные линии соединяют мой центральный блок с различными подкомплексами вершины 15. Это обеспечивает сотрудникам удаленный доступ к моим базам данных без необходимости покидать лабораторию. При возникновении ЧП в риск-лабораториях кабели автоматически отключаются. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Так, давайте перезапустим. Наземные линии отключены. Вы выходите на крышу. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. А где мне это все чинить-то, блин? Хоть бы подсказала. А ну вон восклицательный знак вижу. Че, кракозябры? Давай. Вижу, вижу, бля. Эй, в обморок не падай тут. Блин, сожрала все-таки. Скотина. Вот гадина, а. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Не-не, дробовик берем. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Вы выходите на крышу. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Фига себе они, блин, затравили меня, короче, своей зеленой жижей вонючей. Твари какие, а. На. А где они? Не понял. А вон стоит, блин. Блин, сколько там? Сюда, сюда бежим. Ага, бежим, блин. Ой, блин. Да отвали. Тварь. Нахрен. Отстань. Ну-ка сядь уже. Креветки гребаные, блин. Сволочуги какие, а. Ой, как отбился. Внимание у пользователя. Вы и активен. Что я могу для вас сделать? Это все, что мне нужно. Зачем я подходил сюда? Интересно, не знаю. Это все, что мне нужно, все. И все дела. Так, подожди. Где-то здесь что-то.
уже. Наземные линии восстановлены. Хорошо, что дальше? Обратно идти? Связь ничего не скажешь. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Теперь реактор надо включить. Так, а где реактор включается? Интересно знать. Это мы наземные линии включили. Странно как-то. Наземные линии включаются где-то на крыше. Этой крыши-то не назвать чердак. Чердак, если только. Какая-то крыша-то. Так, окей. Где ядро Миры? Это все лифт к монорельсу. Лифт к кафетерию. Лифт к реактору. Ага, выходим и налево, короче говоря. Хорошо. А, блин! А сядь ты уже! Креветка долбаная. В связи с аварийными мерами безопасности требуется ручной перезапуск. Сейчас перезапустим, не ссы. Сохраняться надо почаще. Не думал, что меня креветки ушатают. А и не ушатали, их просто много было. Зажали, сволочь. Затравили ядом своим вонючим. Зеленым вонючим ядом. Главный реактор. Внимание пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Хватит мне повторять это 200 раз, блин. На изготовку давай. Явно тут еще и помехи, блядь, отлично. Явно здесь сейчас будут чапчериться эти. Внимание у пользователей. Так, главный гранаты взял. Реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Да. Ух ты, блин. Джиггернаут пришел. Мулещ. А нет, это разрушитель. А я думал, это джиггернаут. Давай. Блин, еще ползу, твари. Да вы сколько там, а? Требуется ручной перезапуск. Что-то их многовато слишком, мне кажется. И меня колбасит. Тализора Нарая. Нарая. Не понял, куда эти липунюшки делись, которые липнут везде. Да блин, что происходит? Кто меня так херачил? Нифига себе, блин. Как здесь, блин? Это вот эти мандибулы, что ли, так херачат? Блин, что-то не понял, блин. Сверху кто-то? Чё? Кто? Где? Наверх смотрят, значит, наверху кто-то есть. А-а-а! Тварь! Блин. Чтоб ты провалился, скотина поганая, блин. Засел там, мразь, блин. Я не понял, что это я сначала откуда-то начинаю. Я же сохранялся. Надо окно загрузки, что ли, блин, открывать, чтобы загрузиться. Загружаюсь откуда-то с какой-то херни вообще далеко. Главный реактор отключен в связи
с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной поехал? Перезапуск. Мне кажется, я не туда еду. А не туда, все нормально. Так, может по тому коридору идти? Ну-ка. А уже не могу здесь сохраниться. А я уже тут не могу сохраниться. Блин. Валим, валим. Куда ты вот там? Готов. Ну они сейчас здесь, естественно, пойдут. Чё бы и нет, да, блин. Где он? А все замочили, урода. Тварь, блин. Готов. Блин, бесит меня эти уроды. Ох, как они меня бесят. Попрыгунчики ты сраные. Давай, давай, наводись. Чё стоим-то, блин? Быстро туда. Ты сюда. И вперед и с песнями. Стоят они, прохлаждаются. Во, другой базар пошел. Так, нормально? Не могу выбегай. Сохраниться, черт. Черт подери, не могу сохраниться. Готов. Где этот ракетометчик гребаный, а? Иди сюда, скотина. Сейчас сделаю, блин, с тебя. Квашню. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. С той стороны ждет стоит. Дарахнул незрядно. Требуется перезапуск, блин. Я уже-то знаю. Опа. Ураган, стингер, все. Вот он, вот голубчик, а. Вот и все. И сдохла старая сволочь. Так, что дальше-то? Зачем мне эти шкафы, блин? Ай, не успел. Да блин! Да черт я дери, тороплюсь. Сколько всего, блин, просто... Просто перебор, я вам говорю. Так, а чё, куда идти-то? Где реактор-то перезапускать? А? Ну-ка быстренько мне показали. Игра, покажи мне, где реактор. Перезапускать там нет ничего. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Как туда попасть? Требуется ручной перезапуск. Да я понял уже. А, вон, вон восклицательный знак вижу. Где-то там. А, все понял. Посерединке тогда спускаешься вот так вот. Направо, направо и посередине. Ну ты понимаешь. Подача вот. Гелия 3 отключена. Ага, хорошо. Все? Вы зарешили ремонтные работы на вершине 15. Ха-ха, спасибо. Реактор заработал. Правильно. Теперь мне куда? Теперь мне обратно на лифт. А потом к монорельсу. Вот и все делишки. Так, сохраняемся. Есть возможность. Надо стебек проверить. Вы активен. Подключен к вспомогательным службам. Что я могу для вас сделать? Что значит наблюдается загрязнение? Камеру для очистки вагонов монорельса проникли опасные биологические вещества. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы.
Как активировать аварийную систему? Управление аварийной системой находится на посту системы безопасности рядом с очистной камерой. Вниманию пользователей. Очень понятно. В настоящее время аварийная система вышла из строя. Да капец. Что нужно сделать, чтобы система опять заработала? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных УНИ-инструментов. Отоприте очистную камеру. Вниманию пользователей. В очистной камере наблюдается загрязнение. Тупой виртуальный интерфейс. Вход в камеру интерфейс. Не рекомендуется. Как избавиться от загрязнения? А что вы посоветуете? Камера оборудована аварийной системой, подающей плазму при температуре 5000 градусов Кельвина. Она способна устранить любое возможное загрязнение. К сожалению, система вышла из строя. Да я понял уже, блин. В чем там проблема? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Все, иди отдыхай. Ремонт возможен на месте. Это все, что мне нужно. Хорошо, это капитан. Все, что мне нужно. Я отключаюсь. Давай, покеда, больше не возвращайся. Я с тобой не хочу даже разговаривать. Это очень скучно, блин. Всякую муру там дышит, блин. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну да потому же. Скажи, как пройти, скажи, вот я тебя на карте нарисовал, иди туда, и все там, блин, разберешься дальше. Нудно. В мае меня все спрашивает. Когда вынесешь елку? Когда вынесешь елку? Зашибись. А где эти храбрые девицы, блин? Вы чё? Ой, блин, всё, короче, отдыхайте. Так, лифт к кафетерию. Лифт к монорельсу. Ну тут больше ничего нет, пойдём к монорельсу сходим. Может это там находится? Вся эта херобора, блин. А куда тут ещё идти? Не в кафетерий же. В кафетерии мы уже были, по-моему. Вы что там бегаете? Вы где-то? Вы входите в транзитно-очистной центр. Давай. Вниманию пользователей. В очистной камере наблюдается загрязнение. Мне похрен. Доступ к монорельсу. Я в скафандре. Насрать вообще на загрязнение. Они мне не помеха. Вот это что такое? Они заперты внутри. Я могла бы... Он покончил с собой из-за того, что был замешан в случившемся? Он думал, что надежды выжить нет, и что убить себя будет проще. Что делай? Зима мне быстро перестает нравиться. Чем скорее мы покинем эту мерзлую планету, тем лучше. Мне вот знаешь, тоже зима не нравится, блин. Ой, ядрен батон. Надо вот с этой стороны заходить. Вот так вот. Все, были букашки и нет букашек. А зачем мне это? Активен. Подключен к вспомогательным службам. Что я могу для вас сделать? Это ничего. Все, что мне нужно. Хорошо, капитан. До свидания. Я отключайся. Отключайся и иди отсюда. Что-то, ух ты, нифига. Откуда они повылазили? Я что-то не понял. Крокозябры эти вонючие. Твари, блин, отравили. Думаю, все в порядке, капитан. Да, да, я тоже уже думаю, что все в порядке. Да не, ничего, он не стал дольше бегать. Может, если на секунду. Ох, ё-моё, а чё тут всего так много-то, а?
Да, в принципе, мы пришли к монорельсу, сейчас поедем и все. Я уже думал, с другой стороны надо заходить. Ладно, поехали. Отбытие с центральной станции. Пункт назначения — станция Расселена. Расселена. Я не могу двигаться. Как встал в купол и так и стоит. А, ну хорошо, что хоть так. Я думал, лицезреть. Ай, ну блин. Вы прибываете на станцию Расселена. Научный комплекс Binary Helix. Расселена. Так, и чё, кто здесь? Кто нас тут поджидает? Опять эти таракашки вонючие. Мы уже с ними справляемся как надо. Так, ну нам туда. О, лифт Крис к лабораториям, лифт к научной станции, лифт к столовой. Спокойно, чё ты мне тыкаешь? А это куда? Лифт к закрытой зоне. Да отстань, ты говорю. Где нам ее искать? Пока непонятно. Узнаем это в следующий раз, дорогие друзья. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монк. Ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Удачи.